В августе 44-го во время контратаки немцев в районе деревни Суастай советский командир Федор Санчиров одним из первых выдвинулся со своей самоходкой против врага и огнем закрыл распространение немецких тигров и фердинандов. В этом неравном бою, охваченный пламенем, но не прекращая огня, уничтожил танк противника, 5 противотанковых пушек, 30 немецких солдат и офицеров, пока не погиб вместе с экипажем. Он учился в 13-й школе, вот рядом здесь, на Генцика. После окончания определенных начальных классов он поступил в ФЗУ при Средневолжском станкозаводе. И там работал. Во время войны он был мобилизован, закончил танковое училище. Федору Санчирову и членам его экипажа посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Бюст героя установлен у проходной Средневолжского станкозавода. Ко Дню Победы бюст был отреставрирован. Очень важно помнить уроки истории. А история, она всегда соткана из конкретных судеб. Из конкретных судеб и поступков конкретных людей. Нам надо быть достойными памяти выдающихся людей, выдающихся героев той ушедшей Великой войны. 13-я школа носит звание Героя Федора Санчирова. А в Музее боевой славы при ней хранятся все материалы биографии легендарного командира. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.